Внимание, данный видеоролик не рекомендуется смотреть лицам младше 18 лет, а также родителям Дианы. Приятного просмотра. Всем привет, дорогие подписчики моего... Всем привет, дорогие подписчики нашего телеграм-канала. Сегодня у нас легендарная поездка в Пермь. Мама, я сбежала из дома, я такая здоровая. Ожидать? А чего ожидать? Мама, я сбежала из дома. Мы почему-то ничего не говорим, когда снимаем. Это так странно. Ну, короче, тут мы в ТЦ, и потом мы поехали в Голованово. Даже идут эти тинейджеры, никто не знает. О боже. О боже мой. О боже, нет. Мужчина. Вот мы в Голованово, почти в квартире Леры Турции. А тут Таня, банковское дело работает. Подожди, барашка домой зашла. The next morning. На следующее утро. Алло, мужик, тебе нормально? Ох, ебать, с добрым утром! Всем привет, это утро следующего дня. Вот такой милейший завтрак мне организовала Валерия. Так-то Дарья. И Дарья. И вот такая ситуация у нас сейчас происходит. Ашкерил! Да. Я сейчас трусы вообще сниму на... Мама, я дебнутая. Блин. Вот мы собрались. Вот такие вот уже. Он вообще в кофте едет. Прости. Как нас много, оказывается, вообще. Мы на моем районе. Сюда. Беливикс. Перевоплощение. Го перевоплощение, давай, Настя, скорее. Я боюсь, я запуганная. Кто пал? Ты чё? Что? Что вы? Изначально мы решили поехать в парк Горького только ради этого аттракциона. Мы добирались из Голованова час, и, конечно же, произошла подстава в виде дождя, и его закрыли. И попали мы на него только на следующий день. Вот такой перекус. Перекус тинейджеров. Проебали деньги. А мы что, в лифте? Да. После плотного обеда придется кататься на Эмиле. Опа. Ага, конечно. Всем привет, это последний день, как мы в Перми. Вчера мы должны были сходить в парк Горького, но организовалась такая подстава в виде дождя. Сегодня идем снова. Все на суете, кроме вот него, как обычно. Вот такой у меня завтрак. Мама, я еду домой сегодня. Можешь не переживать, да? Да. Как? У меня почему-то было в голове, что мы оставили чипсы еще пачку и не съели ее. Мы
мы все съели. Мы все съели. Йоу, это попытка номер два. Они пытаются попасть на большую качелю. Надеюсь, у них что-нибудь получится сегодня. Зеро! Стыдно, что ли? Стыдно? Поверь, ты хочешь город, я подарю дверь. Хочешь побольше, я подарю пель. Хочу тебя ночь, хочу тебя день. Хочу тебя ночь, хочу тебя день. Хочу делать голос, хочу делать день. Хочу со мной в клубе, пока я жив. Но она не сделает это. Dance, 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 танцуй со мной в клубе, пока я жив. Dance.